Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы с вами готовим вкусное и сытное блюдо. Можно накормить всю семью. А готовится очень быстро и просто. Вы сейчас сами в этом убедитесь. Сырой картофель нарезаем мелким кубиком. Ну вот таким кубиком. В сковородку добавляем растительное масло, разогреваем. Нарезанной картошки нам нужно так, чтобы было покрыто дно сковородки. Масло разогрелось, отправляем картофель и жарим до готовности. Помидор небольшой, маленький, небольшой кусочек перца сладкого красного нарезаем мелким кубиком. Ну вот картофель у нас готов. Я жарила картофель на огне чуть выше среднего. Периодически помешивала, чтобы он не подгорел. На сковородку я добавила масло 2 столовые ложки. Проверяем картофель. Картофель готов. Добавляем нарезанный перец. Если помидор пустил сок, сок в сковородку не добавляйте. Все перемешиваем и еще протушим. Разбиваем 3 яйца. Твердый сыр натираем на крупную терку. Добавляем соль, перец черный молотый щепотку. Приправу для картофеля вы можете приправу добавить на свой вкус. Мелко нарезанную зелень добавляйте на свой вкус. Добавляю 2 столовые ложки сливок жирностью 10%. Можно заменить на молоко. И все хорошо перемешиваем. В течение 5 минут на среднем огне у меня тушились овощи. Заливаем сверху подготовленной смесью. Накрываем крышкой и готовим на среднем огне. Прошло 7 минут, жидкости сверху не осталось, можно снимать с огня. Я готовила на среднем огне. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне очень будет приятно. Всем пока-пока!